первый автоквест Сургутского района. Сотрудники районного молодежного центра городского поселения Белый Яр организовали арт-пикник, который приурочили к грядущему в январе столетию района и Всемирному дню молодежи. Команды из 4 человек выполняли различные задания на территории 3 поселений, активно и с пользой проводя время. О том, как прошел автоквест, справились ли участники с поставленными задачами и какие призы ждали молодых людей, расскажет Мария Леванян. Молодежь поистине движущая сила общества. Ее активное участие и творческий потенциал способны в любое дело привнести новые идеи и перемены. Поэтому и важно направить молодых людей и дать возможность реализоваться не только в карьерном плане. Молодежный центр Сургутского района провел крупное мероприятие под ярким названием «Арт-пикник». Организовали автоквест. Его цель в приобщении молодежи к истории района. Сегодня мы начинаем активно отмечать столетие Сургутского района. И мероприятие, на которое собралась сегодня молодежь, это одно из линейки, посвященной этому дню. Арт-пикник – это празднование Дня молодежи, Международного дня молодежи, который проходит в ноябре. Сегодня 15 команд, 15 автомобилей отправятся в путешествие по Сургутскому району и будут проходить квест-испытания. Участникам предстоит углубиться в историю Сургутского района, изучить основные вехи развития района, погрузиться немножко в исторические такие факты и увидеть основные достопримечательности. Подобный формат квеста на территории Сургутского района организовали впервые. Среди участников молодые ребята до 35 лет из многих поселений. Первый этап – регистрация. Там автолюбители знакомились с правилами, друг с другом и организаторами. Затем команды отправились на локации. Это Солнечный, Барсово и Белый Яр. Там они выполняли различные задания. Сам автоквест состоял из нескольких уровней. Участникам предстояло пройти все, решая на пути задачи, головоломки и ребусы на тему истории Сургутского района. Также нужно было выиграть во флешмобах. Например, нарисовать будущее района, разгадать пантомиму или угадать, что находится в черных коробках, используя лишь тактильные ощущения. Мероприятие новое для нас, ранее не участвовали. Действительно, увидели в интернете рекламу того, что в Сургутском районе, начиная с поселка Белый Яр, проходит такое мероприятие. Интересный формат. Видим, что очень много молодежи сегодня здесь присутствует. Конечно, это здорово, когда для молодежи проводят такие мероприятия, где можно собраться представителям разных организаций, вместе поучаствовать, больше узнать о культуре Сургутского района, о его многообразии. Поэтому сегодня с радостью согласились. Предвкушаем, что будет интересно. Здорово, что организаторы уделяют этому такое внимание. Интересный формат подачи мероприятия. Видим, что уже на начальном этапе есть небольшие подарки. Призы и подарки получили не только победители, но и все участники, вне зависимости от занятого места. Вы могли увидеть, что на регистрации ребят ждут термосы для с теплым чаем, для того, чтобы можно было согреться. Плюс ко всему, участники получают ту самую автовизитку с фирменной символикой проекта. И плюс ко всему, если говорить про подарки, то еще, конечно же, это наклейки с символикой проекта, стикер-паки с символикой районного молодежного центра Сургутского района, теплые термосы, теплая кружка Сургутского района и районного молодежного центра и фирменные значки. Это значок молодежи Сургутского района и значок с логотипом, фирменным логотипом районного молодежного центра. Победители получат сертификаты от организаторов проекта с возможностью участия в серии других автоквестов. И также это будут бронзированные сертификаты, диплом и хорошее настроение, конечно же. Хорошее настроение и дружеская атмосфера сопровождали участников на протяжении всего мероприятия. Автоквест по Сургутскому району принес не только яркие эмоции, но и новые знания об истории и культуре муниципалитета. В этом году из-за погодных условий это первый и последний такой квест. Но в будущем уже планируется больший охват не только команд, но и территорий, на которых молодым людям предстоят испытания. Подобная практика в районе реализуется впервые. Но уже сейчас ее называют успешной и перспективной. Мария Леванян, Эльза Шайметова, Денис Зонов, Сургут 24.